Лыжный сезон в Липецке открыли 4 января. В Парке Победы прошла традиционная рождественская гонка. Несмотря на слякоть, желающих прокатиться было предостаточно. Участникам предстояло пробежать дистанцию в 5 километров. У мужчин первым финишировал Александр Дьяконов. В юниорском разряде первенствовал Александр Санелин из Измалкова. У юношей самым быстрым был добровский гонщик Александр Борщев, представляющий команду «Талицкий кирпич». В споре представительниц прекрасного пола победу одержала липчанка Анна Покидова, а у юниорок отличилась Евгения Кононова. Новый год с побед начали липецкие хоккеисты. На чемпионате ВХЛ в Усть-Каменогорске они обошли местный клуб «Косынк Торпедо» со счетом 4-3. В дальнейшем, правда, фортуна от спортсменов отвернулась. В Ангарске липчане уступили хоккейному клубу «Ермак». Игра не задалась с первого тайма. Хозяева льда чаще оказывали давление на ворота Юрия Петрова и почти в два раза чаще бросали. Липчанам приходилось лишь обороняться, но, тем не менее, гол они все-таки сумели забить. Во втором периоде силы гостей вовсе покинули. Липчане теряли концентрацию и игроков противника в своей зоне. В третьем периоде наш наставник поменял местами центр форвардов первого и четвертого звеньев Смагина и Воробьева. И это принесло результат. В середине периода липчане получили численное преимущество. И после броска Вишнякова шайба влетела под перекладину соперников. Но хозяева не позволили шмелям спасти игру. 4-2 в пользу сибиряков. В немецком городе Альтенберге прошел третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В нем приняла участие четверка Александра Касьянова, в состав которой входит липчанин Максим Макраусов. В первом заезде россияне преодолели дистанцию за 54,32 секунды. Улучшить результат не удалось. Во втором заезде их время увеличилось. В итоге Максим Макраусов и четверка Касьянова вышли в финал с суммарным временем 1 минута 48 секунд. С таким результатом четверка бобслеистов заняла пятое место на этапе Кубка мира. Вслед за ними были экипажи из Германии, Швейцарии, две команды из Латвии. Зима не заставила забыть о летних видах спорта. Липчанка Марина Пантелеева завоевала серебро на открытом Кубке Москвы по легкой атлетике. Спортсменка заняла второе место в беге на 60 метров. В предварительном забеге Марина преодолела дистанцию за 7,57 секунды, а в финале промчалась 60-метровку за 7,46 сотых. Напомню, что по итогам прошедшего года девушка вошла в десятку лучших спортсменов нашей области. Свои личные рекорды в новогодние праздники ставили и спортсмены-любители. В Липецкой области прошло более 400 спортивно-оздоровительных мероприятий, среди которых были турниры по хоккею, волейболу, стрельбе, а также семейные эстафеты.